Морозные склоны ранней весной. Это изображение демонстрирует промерзшие овраги на южно-ориентированном склоне внутри кратера. В это время года только склоны, ориентированные на юг, сохраняют лед, а склоны, обращенные к северу, оттаивают. Овраги – не единственные активные геологические процессы, которые происходят в этом регионе. Небольшой кратер виден в нижней части склона. –